Борьба до последнего тура и много красивых партий. В шахматном турнире сразились 10 шахматисток в возрасте от 7 до 30 лет. 6 ленинск-кузнечанок и 4 участницы из города Полысаево. Спортсменкам предстояло преодолеть 7 туров. Регламент традиционный – рапид. 10 минут на партию плюс 3 секунды на ход. Особый спортивный интерес вызвали шахматные поединки среди участников в момент, когда количество очков становилось одинаковым. В тяжелой интеллектуальной борьбе первое место заняла жительница города Полысаево Елена Кузина. Второе место – ленинск-кузнечанка Полина Атапина. И завершила тройку победителей – Василина Потякина из Ленинска-Кузнецкого. Победители и призеры получили заслуженные грамоты, медали и кубки. Остальные участницы были награждены грамотами.